everyone, всем привет! Итак, мы с вами посмотрим новую группу Assurance. Она из Великобритании тоже и играет в стиле металкор. А песня называется Амелия. Давайте сейчас смотреть. Ну, по фотке тут какие-то прям красивые парни. Молодые такие, красивые. Да, и, кстати, группа похожа на Silent Planet. О, блин, это клево. Silent Planet, Make Them Surfer и Architects. Блин, все самые клевые группы. Давайте узнаем. Так ли это? Thank you.
crazy. Pretty girl, baby girl, yeah. Pretty girl, yeah. Every time, yeah. On the burn, yeah. Very in, very nice, yeah. Smoky eyes, yeah. Jesus Christ, yeah. Yeah. One night that you're walking. Себя душнило какой-то. Чё опять? Ну опять как-то, ну блин, опять скучно. Опять вот эта балерина, которую я видел уже раз 100, наверное. И вот этот вот проигрыш там очень долгий какой-то, как будто в минуту он был. Вот этот вот тихий когда был. Не знаю, что это вот от архитекции, конечно. Ну так. Ну на пятерку, наверное, только тянет. Не знаю, мне понравилось, как вначале звучит вот этот тихий шепот, очень прикольно завораживает. И вообще вся атмосфера песни тоже мне понравилась, она как-то прям не угнетающая, но какая-то темная. Лучше было бы, чтобы угнетало прям меня, добивало прям. Куда? Болью. Чтобы еще больше. Чтобы у нее ноги в кровь прям были. Ну. Было бы клево. Ну, она такая, в принципе, атмосферная песня. Но я что-то думала, что текст для группы из Великобритании это очень слишком легкий для них, в принципе, в написании. Вот. Может, они переехали в Великобританию? Что они не отличали? Как вариант. Но... Песня на 4.30, а текст вот такой. Ну, страдания чувствуются в этой песне. Также, в принципе, это оно и в клипе отображается. И вся вот эта черно-красная, вот тоже цветом они это все подчеркнули. Но реально, мне понравилось, как мелодия звучит. Как звучит начало, очень прикольно завораживает, правда. И как, в принципе, вот то, что они передают всю эту атмосферность в клипе и всем этом. Я поставлю восьмерочку. Припева нет, не запоминается никак. Ну, значит, сейчас идет мода такая, что надо писать. Не надо, вот ты сейчас мода идет на 2 минуты песни, не надо на такого. А здесь тебе на 4, а что 5? И минуток просто проигрыш вот так сидим. Ты на концерте будешь под него? Не знаю, вряд ли мы будем на концерте. Ну кто будет, тот будет там, не знаю, что-то прыгать, еще что-то. Если это опять начинающий, то пойдет, но если ты не начинающий, то, ну блин, давайте что-то как-то развиваться будем уже. Ну, у них вон идут эти, даже концертики есть. Ну, это, мне кажется, там... В апреле. У каждой группы, наверное, есть концерты. 14. Даже у моей, которой еду. Группы. Максим все мечтает о группе. Вот. Да, в принципе, хорошо прозвучало. Да, ребята стильно. Кстати, EP у них будет в апреле, 12 апреля будет выходить. Так что... Ну, тут прям... А, у них всего-то 3 участника. Вокал, гитары и барабаны. Да, больше не надо, как бы, зачем? Без басиста даже можно. Ну, он звучит, в принципе, неплохо. Ну, неплохо, но не, это не 10 вообще ни разу. Ну, я поставила 8. Я 5 поставлю. Что-то нужно добавлять, нужно что-то делать с этими. Максим становится старенький, поэтому да, все ничего не нравится. Да, мне надо, мне в композитора нравится, да? Оставлять людей. Вот, ну, в принципе... Да, вполне хорошо. В общем, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Также подписывайтесь на канал, это все очень важно. Также подписывайтесь на ребят, поддерживайте их, смотрите видео и подписывайтесь тоже комментарии. Хотите поддержать меня, то все ссылки в описании. Также подписывайтесь на социальные сети и подписывайтесь на Telegram, где я с вами общаюсь. Я очень рада каждому новому подписчику. Ну а с вами в новом видео. Всех обнимаю, всем пока. Пока. Okay.